В эфире выпуск международных новостей в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Сочи состоялись переговоры президентов Австрии и России. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сделал подарок смертельно больному мальчику. В Сочи состоялись переговоры президентов Австрии и России, сообщает Евроньюз. Александр Ван дер Беллин назвал беседу с Владимиром Путиным открытой и деловой. Отвечая на вопросы журналистов о ядерной сделке с Ираном, российский лидер отметил, что выход из договора не выгоден Тегерану. По словам Путина, Россия не пожарная команда, мы не можем все подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит. Президент Австрии заявил, что во время переговоров была затронута тема, Взаимоотношений России и Евросоюза. Он подчеркнул, что Австрия привержена принципу единства ЕС и поддерживает санкции против России. Владимир Путин отметил, что Россия готова искать компромиссы с Европой, но не за счет своих фундаментальных интересов. Также российский лидер отметил, что в прошлом году объем торговли между странами вырос на 42 с лишним процента. Российский лидер выразил уверенность, что этот визит послужит дальнейшему углублению двухстороннего сотрудничества между странами. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки G20 в Японии в июне, передает Интерфакс. Большая двадцатка – клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности G20 представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли, включая торговлю внутри ЕС и две трети населения мира. Вполне разумно наладить отношения с Россией, цитирует Блумберг, заявление Трампа. Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году. Последняя запланированная встреча в Аргентине не состоялась. Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сделал уникальный подарок смертельно больному мальчику. Пятилетнему Гарри Шоу привезли настоящий гоночный болид Хэмилтона, передает телеканал Мир-24. Пока Льюис Хэмилтон борется за шестой титул чемпиона мира, его фанат Гарри Шоу ведет отчаянный поединок со смертельной болезнью. Гарри очень активный мальчик. Он играл в регби и никогда не плакал. Он боец и никогда не сдается. Именно поэтому он до сих пор Жив. Мы так гордимся нашим сыном, сказал отец ребенка Джеймс Шоу. Чтобы хоть как-то поддержать мальчика, Хэметл подарил ему не только свой гоночный болит, но и приз за победу на этапе гран-при в Барселоне. Он также написал Гарри трогательное письмо. Ты такой сильный мальчик, я хотел быть таким же сильным, как и ты. Я хочу, чтобы мир увидел, насколько ты силен, поэтому шлю тебе свои наилучшие пожелания и молитвы в это трудное для тебя время. Шлю тебе свою любовь, Гарри. Будь здоров, твой друг Льюис. Говорится в послании. Не сдаются и родители Гарри, они организовали фонд борьбы с редким онкологическим заболеванием их сына. За короткое время уже удалось собрать более 100 тысяч фунтов стерлингов. В среду 49-летний Шерпа Камерита достиг вершины Эвереста в 23-й раз, установив новый рекорд по количеству восхождений на самую высокую гору в мире, передает Рейтер со ссылкой на департамент туризма Непала. Камерита, уроженец деревни Там, расположенный у подножия горы Эверест, достиг вершины горы высотой 8850 метров по маршруту юго-восточного хребта в сопровождении другого Шерпы, сообщила из базового лагеря представитель департамента туризма. Ками сказал, что он попытается взобраться на гору еще два раза. Я все еще полон силы и хочу подняться на вершину 25 раз, сказал Ками агентство Рейтер перед отъездом в горы в марте. Почти 5000 альпинистов достигли вершины горы и Берез с момента первого восхождения. Сезон восхождения заканчивается в мае. Президент Боливии Эва Моралес подписал закон о свободе вероисповедания, о религиозных организациях и о духовных верованиях. Закон признает евангельские церкви и учреждения и дает им те же права, что и римо-католикам. Благодаря этому закону все церкви имеют одинаковые права, существует равенство, нет ни основной, ни второстепенной, ни подпольной церкви, как раньше, сказал Моралес. Люди больше не обязаны вступать в брак или креститься в католической церкви. Теперь они могут вступать в брак и креститься в любой церкви. Конституция Боливии провозглашает страну светским государством. Новое законодательство облегчит юридическое признание евангельским христианам и местным религиям. Новый закон устанавливает перед церквями обязательство информировать власти об осуществлении административной, финансовой, правовой, социальной, религиозной и духовной деятельности. Кроме того, религиозные организации подлежат налоговому администрированию. Они не имеют возможности получать прибыль, поскольку в противном случае их правовой статус не будет признан. В Лондоне на Трафальгарской площади в течение недели будет размещена инсталляция из 150 комплектов детской одежды. Мероприятие проходит возле церкви Святого Мартина в Полях. Оно организовано в рамках празднования недели организации «Христианская помощь», которая официально началась в воскресенье. Это крупнейший ежегодный сбор средств для работы Christian Aid. Инсталляция была размещена за пределами церкви, чтобы привлечь внимание к высокому уровню материнской смертности в сьерра Леоне. По данным Christian Aid, на каждые 100 тысяч живых рождений в Сьерра-Леоне умирает 1360 женщин. Высокий уровень материнской смертности в этой стране усугубился со вспышкой болы в 2014 году. Выплаты по задолженностям, накопленные во время эпидемии, заставили страну отвлечь деньги от улучения медицинского обслуживания. Христиан Эйд проводит свою кампанию для того, чтобы этот долг был уменьшен. Кардинал Конрад Краевский, возглавляющий службу папских милостей, лично включил электричество, ранее отключенное властями в Римском доме, среди обитателей которого много мигрантов, сообщает портал «Виктори» со ссылкой на инфо и Радио Свобода. Римские власти более недели назад отключили электричество и горячую воду в доме, в котором самовольно поселились 420 человек, среди которых было 98 детей. Здание, не принадлежащее Ватикану, с 2013 года стало домом для многочисленных семей, находящихся в бедственном положении. Поставщик электричества компания Нера отключила в доме свет в связи с задолженностью, составившей 300 тысяч евро. Узнав об острой ситуации, в которой оказались жильцы дома, кардинал Краевский пошел на решительное действие. 55-летний польский иерарх проник в опечатанное помещение и лично включил рубильник. Кардинал Краевский подчеркнул, что он осознает, каким юридическим последствиям могут привести его действия, однако при этом убежден, что поступил правильно. В Нурсултане руководители православной, лютеранской и католической церквей Казахстана подписали документ о создании Совета традиционных христианских конфессий, передает Бог Ньюс. Как пишет сайт Митрополичьего округа в Республике Казахстан, Совет создан с целью развития сотрудничества между традиционными христианскими конфессиями Казахстана. Его работа должна способствовать укреплению взаимного уважения между последователями православия, католицизма и лютеранства а также между христианами и представителями других традиционных религий говорится на сайте председателем совета избран глава православной церкви казахстана на этом у меня все смотрите больше новостей на нашем сайте тройное wwбендефистиви а я с вами прощаюсь до новых встреч!